Hello guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2. Окей, на чем мы с вами там остановились? Так, сначала менюшки, так, и мы теперь же можем собирать эти камешки, непонятные со звуком. О, коса. Так, у меня сейчас вот это, да, критический 4. Ну, если у меня хороший... Хотя крит шанс. Подожди, это крит урона, это крит шанс. 4% довольно мало. Если было бы 15, то окей. Но здесь урон очень хороший. Типа в двадцатку. Двадцатку это очень хорошо, поэтому я одеваю новые косы. Блин, насчет вот этого я не знаю, потому что это спорно. По сути, с одной стороны, и это у нас темный мститель хороший. Типа из-за силы отпора, да, защита, но у него очень херовая эта суператака. Поэтому я буду юзать свою одержимую секирку. Так, это у меня только один предмет. Фигня, фигня. Амулет нужно еще будет где-то найти или купить. По способностям у нас пока все актив. Карта, хорошо. Нам нужно попасть вот в эту часть. Она у нас закрыта. У нас открыта вот эта часть. Какого хера я появился здесь? Вопрос. Так, у меня тут синий... прах. Хорошо, прах меня ведет сюда. Ага, у нас здесь проходик есть. Все, окей, поехали. Пока я почему-то чувствую, что я иду немного не в ту сторону, но... Плевать. Прах знает, куда идти. Если прах знает, куда идти, я пойду туда, куда он говорит. Так. Или он ни хера не знает стоять. Так, мы ж ворота открывали, да? А мы что, не заходили в них? Кажись, нет. Ладно. Я помню, что точно мы заходили. У меня же еще... Я наверх поднялся и там закончил, да? Где я наверх лазил? Под воду я плыл. Это я точно помню, у меня потом там вылетело. Странно. Я точно помню, я поднялся наверх из-под воды. И мы там остановились. Окей. Да, все-таки я прав. Ну, потеряем какой-то промежуток времени, так уж и быть. Прах меня немного не туда отвел, куда надо. Не место для лошади. Так, не забывайте о суперсилах своих. Скорее всего, буду тратить их на босса. Так, ладно, поехали, водичку. Мы же тогда с вами запустили воду, вот это, куда я сейчас пришел. Теперь нам нужно отправиться. Так, засчитала ли мне сундук? Вопрос. У меня встал вопрос. Засчитала ли мне тогда... Мой этот... Сундучок. Но если его там нету, значит засчитала. Так, мы тогда сюда поднялись, я здесь закончил. Да. Здесь я и закончил. Слышу врага. А, вижу врага. Изи. Изи. Минус 3. Здоровяк. О-о-о-о-о-о. Не нравится он. Мне он не нравится.
Уж! А, ну это была мощь. Мощная атака это была. Еще одна сильная. Добивание. Готово. Изи души, изи маним. Так, я вернулся, пришел оттуда. Забираем деньжата. Пойдем на них, где нету. Деньги всегда нужны. О, рунка. Мы с вами запустили воду только с одной стороны. Нам нужно запустить их с обеих. Так, и где это я? Так, ну ключ, это понятно, что мне нужно. Так, я могу туда попасть, во-первых. Использовать читы. Ай, не долез. А ну, попытка номер два. Блин, не долазит он, гомнюк. Нужно минимально, блин. Не хочет, все. Не сработает, значит, как тогда. Ну, пойдемте тогда искать другой путь. Так, там у нас что? Там у нас что-то есть. Скорее всего, это... Там враги есть. Ладно, погнали к врагам. Я не вижу сундуков, и значит, тут нихера нету. И страницы тоже нету. Да-да-да. О, сундук вижу. И, кажется, это хороший сундук. О, там рунка. Бля. А, ладненько. Но я все равно заберу, слышите? Готово. Страница книги мертвых найдена. А осталось еще 5 штук. Осталось каких-то 5 штучек. Я слышал звук как какого-то механизма. Но я не вижу механизмов. Куда я вообще иду? Прах. Куда ты меня вообще ведешь? Тут показано было, что тут есть проход. А, да, есть проход. Как я его не заметил. Ловушка. Ловушка. Так. Еще одно копье. Нормально. А не, он под глефа по-другому выглядит, но почему он так? Отображается как меч. Не, фигня. Так, ну здесь ключик будет. Таких сундуков в основном ключи нам дают. А, зачем постоянно это показывать? Ага, вижу, сверху подъем. Ну, так никак не попасть. Хорошо. И подъема наверх тоже нету, да? Пора. Стоять, я слышу камень. Опять этот камень звучаний. Странный. Который мне нужно уничтожать. А, может быть я сейчас открою эту дверь, и там будет проход. Вероятность 98%, что я прав. А это довольно большой процент. Поэтому полетели. А нет, все. Ошибся. Вон проход есть. И там как раз рычаг есть. Значит, нам все равно туда... Мы туда попадем. Потому что нам нужно воду запустить будет, походу. У нас еще, по сути, одна...
А, так это я уже со второй стороны. Тогда все, вопросов нет. Как меня эти жуки бесят. Белые я не собираю, только зеленые буду собирать. Зеленое, синее, ну короче, необычного цвета предметы. Босс. Не, механизмы. Хорошо. Слишком сложная головоломка для меня. Кажется. Конечно, это ложь, потому что нам придется все за счет бомб это все делать. Так, нам погнали наверх. Я паркурист. Да. Так, ладно. Ради одного сундука я сюда пришел. Надеюсь, он хороший. Броня. Белая. Класс. Я сюда зря пришел. Так. И там еще сундук есть. А мне наверх туда не взобраться. Окей. Погнали тогда на туз. Еще офигел. Сейчас еще мне заглюч в текстурах. Так что с этой стороны. Это ничего. Зато с этой бомбой есть. Так, вижу там какой-то мини-проходик. Одно из двух. Я могу, во-первых, катить. Второе, я могу взорвать просто, да и все. Не-не-не, поднять. Кинуть. Поднять. Кинуть. На безопасное расстояние. Стреляем. Окей, нет. Значит, я был неправ. Хорошо, покатили. Серьезно? Ладно, пойдемте сломаем эти вещи, потому что я вижу, он что-то их не может сломать нихера. Хотя не одну урну он сломал. По идее, сделаны из камня или из другого какого-то материала, но не может ничего сломать. Так, запульнули. Там. Нет. Ну, сундук я возьму. Давай, деньги, деньги. Мне нужны деньги. Еще шмотки. Опять белые. То, что белое, это фигня. Ну, блин, почему ты не падаешь вниз? Ладно, поехали. Ага, тут один нужен кружочек нам. Наверх сразу пойдем. Давай, давай, давай. А вот теперь нам нужны бомбы. Сейчас с помощью бомб мы с вами все это сделаем. Бац. Забираемся. Прицеливаемся, стреляем. Готово. Сразу, чтобы я знал, какие у нас задания были в храме.
Так, поди. Война Тейны в поединке. Это я понял. Так, шаман Творца предложил изготовить специальный талисман, который пригодится в сражениях. Окей. Харан попросил вас вернуть шлем. Так, все, Карна. Так, найдите способ активировать пропавшего хранителя. Это же Вадим. Окей. Значит, нам где-то нужно найти какой-то шар. Это чтобы активировать вот этого хранителя. Нам где-то нужно с вами. А, в принципе, больше нам ничего не нужно с вами. В смысле, я ж увернулся. Почему только пистолет хорошо действует на них? Что за бред? Типа мечом я их не могу убить. Ваншотом пистолет их ваншотит. Ага, я увидел уже. Так, пробуем теперь. Я давайте сразу тогда по водостоку пройдусь там и поднимусь наверх. Шустрее. Так. А вот здесь мне нужно на ту сторону. Нет, 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 ну зачем ты это сделал? Черт. Так, ладно, пойдем по воде. Где... Ага, я, значит, там, да, смогу подняться? Всё, теперь я здесь могу подняться. И ради чего? Ладно. Погнали за руной тогда. Может, я, по идее, сюда не должен был достать? Типа отсюда подниматься, но видите, как получается, я достаю отсюда. Рычажок. Ага, у нас открылись ворота. Не-не-не, что слишком течение сильное. Ты тупой? Ладно, поднимемся здесь. Сохранение. Все, теперь, по идее, должна уже быть вода в городе. Да. Все, можно выбираться. Все ведь? Да, и там еще второй у нас есть. Нижний путь. Второй этаж. Нихера себе. Кстати, это первый. Я думал, это все неизвестно. А, тогда получается везде был. А не, здесь я только был.
А это получается у нас все неизвестно, нижняя часть. Ух ты ж, ё-моё. А как мне туда тогда попасть? Это я уже к выходу иду. Значит, ворота сейчас, да, открылись у нас? Ауч. Я не хотел прыгать вниз. Ладно, придется залазить. Но все равно мне в эту сторону давить нужно, да. Так, что по заданиям? Я еще не восстановил. Я уже подумал, я уже запустил все, в принципе, воду и... А там, оказывается, у нас решетка закрыта. А, точно, здесь же потоп был. Так, значит, можно прыгать. А внизу у нас что-то было, я вот этого не помню. И ничего нет. Ну ладно, погнали. У нас там еще целая неизвестная часть. Ага, а это что? На меня уже такая херовина нападала, поэтому... Это, скорее всего, враг. Вот такой, вот такая вот на меня херь нападала. Каркинос. Воу! Яйцо мне нужно еще. Типа я должен успеть за промежуток времени, да? Ах ты, пидорас! Не, это не вариант. Это не вариант. А не, атакует, атакует все-таки. Вот это мне не нравится, что он делает. А, он пускает корни! Мразь! Он юзает читы, он юзает читы, он юзает читы, он юзает читы. Нихера себе! Хера ты себе, мразь! Мразь, мразь, встань! Если он опять это делает, тихо. О! Ва! Ва! Вансы! Вансы-мансы! Так, с другой стороны яйцо падает. И я сейчас, в принципе, его убью с помощью способности. Пизда тоби, хлопчик. О, нихера, он ему пустяку... Он туда внутрь кинул? О, манать.
Облик жнеца. Облик жнеца позволяет смерти наносить и выдерживать... Так, обширный урон. Убивать противника с помощью приемов жнеца, чтобы получить энергию жнеца. А, ну... Давилка из Каркиноса. Согласно легенде, этот молот был во владениях могущественного морского дракона. Это оружие применялось в чудовищной битве у крепости Каркинос. И именно несколько его ударов, так, проломили ворота. Известно как Давилка из Каркиноса. Это оружие часто наносит критические удары, обрушая на головы врагов колоссальный урон. Ага. Мне это типа как предмет дали, да? Или что? Нихера себе. Да, он медленный, но нужно еще будет... Если он будет атаковать как моих секира, я, короче, все отдам. Ну, блин. Критический урон хороший. 50%. Если брать отсюда, то это дохера урона. Плюс доп сила. Да, тут плюс защита, но... Блин. Классненько, чё. Вот это я не знаю, как мне тратить. Так, облик жнеца. Что? Так, во время действия неудержимости. Ну, у меня шкала жнеца, в принципе, я буду вот эту прокачивать, да? Я, в принципе, ее и прокачиваю. Я вот эти две хочу потом прокачать. Это у меня сейчас какой уровень? Какой уровень у меня стоит? У меня 6. У меня 6 уровень, это будет доступно на 8. Улучшить. Окей. А теперь у вас есть что-то там. Не, ну, если Тахир будет так же атаковать, как мой молот, да, я возьму его. Берем. Ага, стоять, эти ворота открылись. В принципе, я могу здесь спрыгнуть в воду, да и все, и плыть. Я же могу, по сути, это сделать. Так, ливневый форт выполнено. Ничего не знаю, я должен был спрыгнуть для проверки. На амулеты, на страницы. Ну, кажется, здесь ничего из такого нету. Прискорбно. Прискорбно это... осознавать. Так, все, вижу подъемчик. Не застревай в текстурах. Что такое, боже? Ты можешь нормально залезть, спасибо. Так, теперь на выход. О, еще мани дали. Монетки, монетки, монетки. Так, наверх. Ворота, можно выходить. Мы все сделали, что нам требовалось. Только я не знаю, как активировать голема. Вот это единственное, что я не знаю. Так, по сути, если так верить. Так, это все изучено. Изучено. Готово. Все. Можно отсюда выходить. А на наличие сундуков. Здесь один сундук есть. Один сундук есть. Что делать? Ладно, он недалеко. Давайте тогда быстро я за ним сбегаю. Посмотрю, что там и как. И пойдем дальше. Это жалко, знаете, уходить с места, не забрав один сундук. Последний.
Так, осталось только понять, где этот сундук чертов. Изображено с этой стороны. А, нашел. И что здесь было, ради чего я сюда пришел? Зеленая броня. Зеленая броня, это хорошо. Так, ладно, давайте выходить с этого здания. Я поговорю с Гордоном. Еще нужно будет спросить у него за последнюю часть амулета. Потом еще вернуться нужно будет и амулет создать, который мне поможет в дальнейшем. Скорее всего, там будут очень охерительные статы. Нужно по два делать цель-то, чтобы типа он не замедлял меня. А так, смотрите, бац, 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 и все, он стоит. А не, побежал. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Лошадь. Там же недалеко, да, бежать? Ладно, давайте, в принципе, я думаю... Сейчас к храмику подойду. Я думаю, можно, в принципе, даже на этом закончить. Почему бы и нет? Поэтому всем спасибо за просмотр. В следующей серии мы с вами отправимся к Корну и в лагерь вернемся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем... Что там такое? Ничего там нету. Всем пока.